Псковской области. Гран-при фестиваля 6 первых мест и 5 вторых. Это итог выступления команды «Газпром Трансгаз Томск». Она собрала лучшие творческие коллективы Сибири и Дальнего Востока на корпоративном фестивале «Газпрома «Факел» в Геленджике. В заключительном этапе фестиваля выступили 34 команды практически со всей России. Это более чем 1500 участников. Все подробности далее. Финал фестиваля «Факел» – это всегда грандиозный праздник. Карнавал, выступление на открытой сцене, встречи с известными людьми, российские и зарубежные звезды – верные спутники фестиваля. «Факел» – прекрасная возможность артистам окрепнуть профессионально и отдохнуть. Этот конкурс – это в миниатюре вся Россия. И этот «Факел» позволяет высветить вот эту талантливость, в общем-то, всего нашего народа. Три дня выступлений, эмоций и страстей. Марк Цвенгер, Ангелина Ильиных, Павел Хрущев, ансамбль «Сибирский сувенир» из Кузбасса, Софья Михайлова, школа-студия «Юди», танцевальный коллектив «Музыка сердца» из Томска, театр танца «Алтам» из Горно-Алтайска, вокальная группа «Премьер» из Омска, детский ансамбль «Ариакан» с Камчатки. Вот имена победителей. Коллектив «Ариакан» помимо первого места получил приглашение на международный фестиваль в Испанию, а «Сибирский сувенир» – обладатель гран-при «Факела» на всероссийский фестиваль. А я от всего сердца приглашаю томский коллектив «Русский сувенир» на фестиваль, международный фестиваль «Славянский базар» на День России. Впервые на «Факеле» проходили Дни городов. Команда «Газпром Трансгаз Томск» представляла город Томск по-сибирски решительно, ярко и неординарно. С танцами под духовой оркестр, мастер-классами, песнями и подарками. Для творчества нет границ. «Факел» объединяет людей и берет на себя социальные задачи государства. Мне хотелось бы сказать от всего сердца, пожелать всем нам успехов и через 2 года снова встретиться в этом замечательном городе, где мы откроем новые таланты, увидим новых наших звезд. По сумме призовых мест томская команда – абсолютный победитель. Результат впечатляет. Гран-при фестиваля – 6 первых и 5 вторых мест. Также общество «Газпром Трансгаз Томск» награждено специальным призом от межрегиональной профсоюзной организации «Газпрома» и благодарностью за участие в организации «Факел». Фестиваль зажег новые звезды, но с этого момента началась подготовка уже к следующему «Факелу» 2013 года. Алексей Дорончев, Евгений Щербаков. Специально для «Вести Томска».